Всем бугагашечки, друзья и гости моего канала, всем море приветов, Нептун здесь. И опять сегодня у нас с вами Момо. Вышла новая игрушка на Android, причем она на нашем языке, это вдвойне приятно. Давайте же посмотрим, что нам подготовила игра, какие ужасы нас будут ждать здесь, и какая страшная здесь Момо. Старт. Найди 5 свечей, также записку на одной из стен и нож для твоей крови. Что, простите, what the fuck? Почему для моей? Положи все это на пентаграмму. Нет, я уже понял, что это ритуал. А почему моя кровь? Может, мне лучше маму порнуть? И у нее кровь забрать? Ну, блин, жалко мне кровушку-то свою, а? Все, мое родное, я никому не хочу отдавать. Ну ладно, плевать, погнали. Окей. Я дома. Нет, ну пока на первый взгляд все довольно неплохо, да? То есть это намного лучше выглядит, чем большинство дешевых игр на Android про Момо. Так, монитор, стульчик, текстурки на месте, все на месте. Оу, можно даже ящики открывать. Вот это достижение. Ну погоди, а здесь? Подожди. Я нашел свечку. Дроп. А, окей, как мне ее взять? А, все. Так, хоть надо посмотреть, какой дом большой или нет. Карты у меня тоже нет, я так понимаю. Окей, есть второй этаж, есть этаж первый. О. Воу-в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 оу! Нахер пошла! Блять! Какого хрена? Вот так вот просто меня захавали? Попробую снова. Так я, окей, буду пробовать. Вы это видели, мать твою, а? Гребаная истеричка. Зубастая какая тварь, а? Она немножко отличается от того, что мы привыкли видеть. У нее нет куриных лап. Типа. Так. Она, надеюсь, не может заходить в комнаты? Я очень на это надеюсь. Черт, она жуткая? Ну представьте, такая хрень тебя за жопу укусит, а? Это ж потом шов 20 на одноклад... Блять. Тихо, 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 тихо. Прикол в том, что это не я открыл двери-то. Это она их открыла. И она кряхтит где-то. Черт, игра жуткая. Все. Ух ты, жопа с ручки. Телек. Телек, это хорошо. Но телек не работает, это плохо. Ладно, плевать, плевать. Вот где-то дверь открылась. Я слышал. Так. Хайд. А, все. То есть, по идее, я могу здесь, видимо, укрыться от Момо. Правильно? А еще я могу бегать. Есть shift. Все это, конечно, очень замечательно, но пока я не нашел... А, вот пентаграммка. Это все нужно сюда, видимо, принести. Это такая помесь Момо и игрушки типа Гренни. То есть сбор предметов и изгнание злой силы. Эта гадина шепчет что-то. Она страшная. Ключик. What the fuck? А куда мне вдевать? Ну погоди. Допустим, я уронил ключ. Он издает звуки. Мама придет сюда? Да вроде бы нет. Черт, она... Воу, пошла нахер, стерва! А что дверь? Закрывай двери. А, боже, 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 боже. Фух, она умеет открывать двери, да. Мои уши.
Мои бедные уши. Фак. Она умеет дверь открывать, но, блин, двери здесь непрозрачные, как в Грэнни. Она меня сталкивает. Да что здесь рандом? Так, окей. Знаете, что можно сделать? Можно сделать по хитрости. Открываем здесь и здесь. Мне просто хотя бы одну бы свечку найти. А, кстати, шкафчик. Давайте-ка мы ее приманим как-нибудь. Да подожди. Я нечаянно, короче, когда, ну, ворочаю камеру, задеваю нечаянно дверь пальчиком, типа. И в итоге она активируется, запирает меня. Зачастую обрекая на неминуемую гибель. Так, ключа здесь нет. Больше. Так, допустим, я нашел свечку. Окей, куда мне ее пихать? Как? Может дропнуть? Просто дропнуть и все. Ага, поставилась. Видимо, свечки нужно ставить вот на эти круги, типа маленькие кружочки. Ну ты, мама, даешь. Не, ну она жуткая. Так, надеемся, что она в подвале, да? Пойдем на третий этаж. Еще нужно записку найти на одной из стен. Так, тут ничего, есть полочка. О, свечка наверху, на полке. Сейчас мы дело должны поставить. Можно, по идее, дропнуть? А не таскать? Все это на себе. Фак, фак. Нет, вроде бы она не бежит за мной. Фух. Так, поставил. Вторая свечка есть. Вон, видите? Странно, у нее нет ног. У нее нет ног, но у нее большие зубы. И это плохо. Так, здесь уже мы все посмотрели. Мне больше любопытно, от чего ключик. Так, ничего. А, допустим, книжку найти. Вот ключ, еще один. Он, кстати, другой. Ну, не такой же ключ. Который был до этого. По форме. Ладно, пока мы с ключиком обойдемся. Давайте зачистим полностью третий этаж. И затем пойдем искать, куда там пихать ключик. Фак, ничего нет. Свеча. Не, знаете, неудивительно, что мама за мной здесь бегает, пытается меня убить. Это ведь, наверное, ее дом. Я не думаю, что кому-нибудь из нас понравилось бы, если бы в наш дом забралась непонятная хрень. Или непонятный человек. Ну и типа, бегал тут, воровал свечки. Вот и она тоже не очень-то довольна моему визиту. Хотя все меняется, друзья, если вдруг это она ко мне пришла, и это мой дом. Вот это, скорее всего, более вероятно, да? Более похоже на правду. Черт. Чуть меня напрягает, что очень мало здесь предметов на этом этаже. Все, больше нет предметов, только вот еще одна свечка. Ну и ключ, конечно. Так, давайте-ка мы попробуем все-таки сбросить. Вот не можно удрапать. Твою ж мать. Ах ты, кошелка старая. Шкаф, шкаф. А я же шкаф пропустил. Зачем? А,
Хайд, хайд. Все, проваливай. Проваливай, блин. Тупая Момо. Жесть какая, а? Да реально, это просто половина тела, вон у них хребет торчит. Фу, какая мерзость. Но ведь у Момо должны быть ноги. Так. Три свечи есть. Мне еще нужен нож. Он, наверное, должен быть на кухне, да? А еще ключи наверху. Ключик бы мне лучше взять. Но я не помню, куда она ушла. На третий этаж или на первый? Или подожди, это, наверное, второй этаж, я на первом, а там подвал. Вот это уже больше походит на правду. Подожди. Чё ты запираешься передо мной дверь, тупая? Так. Ключ. От чего гребаный ключ? Надо бы в подвал сходить. Боже, эта игра так угнетает. Так, ползет. А, она меня заметила, заметила, заметила. Брысь, Момо, брысь. Видали у нее на лбу какая-то рана? Рваная рана, как будто и туда топором зарядили. Но оно и не удивительно. Если бы у меня такая хрень бегала, у меня был бы под рукой топор, я бы сделал то же. Так, куда она? Давай, на третий. Ну, на второй точнее, давай. Умничка, умничка. Топай туда, правильно делаешь. Окей. Так, что у нас здесь? Ну, все двери вроде бы... А, там еще этаж ниже. Ага, вот, видите, я ключ использовал. Эта дверь, видимо, была заперта изначально. Тут еще один ключик. Надо про это дело не забыть. Окей. А вот и кухня. Здесь нож, да. Но это было логично. Так, эти шкафчики почему-то нельзя открыть. Видимо, не все. Так, холодильник тоже нельзя открыть. Боже, я рассчитывал покушать. Хрен там. Никто меня кормить не будет здесь. Туалет. Бу-у-у. Смыть можно? Нет. Воняет. Ух ты, а это что? Это записочка? На одной горде стен. Помните, если бы я дверь не закрыл сейчас, я бы, скорее всего, ее не заметил. Оу, фак. Хайд. Жесть. Ни хрена она бегает. Да ты издеваешься. Уйди. Ты очень хитрая, Момо. Боже, страшно. Она визжит очень громко. Когда меня ловит, у меня аж в ушах там звенит. Ладно, вроде бы отделался. Так, на кой хрен мне эта бумажка? Куда ее пихать? А! Она по центру записка, да? Так, все, записка я нашел. Теперь нож, ну что же, на кухне еще две свечки. Все. И будет бинго, детка. Будет все круто. О, блин. Фак. Ты от меня не отстанешь, да? Только не забагуй, пожалуйста, окей? А то ведь у нее ума хватит
забаговать где-нибудь в стене рядом со мной. Вот здесь. Я хрен выйду отсюда. Так, ждем. Нет, она идет. Нет, не туда, чувиха, не надо. Иди наверх. Надо ее выманить. Ползает, так, такое чудо, да? Там я, по идее, все уже посмотрел. Мне нужно в подвал идти. Вот сюда. Ну, давайте заодно ключик-то прихватим. Пусть он там ползает. Ради бога. Так, ключик, ключик. Под лесенкой есть что-нибудь? Вроде бы нет. Во, ключик отсюда, точно. Эврика. Здесь есть шкафчик. На случай, если она меня сюда загонит, да? И одна свечка. Увы, этого маловато. Так, смогу ли я прибежать там? Оу, фак. Иди отсюда. Кыш, мама. Кыш. Вот же кряхтит она жуткая. Так, теперь что мы делаем? Поднимаемся на этаж выше. Нет, на два этажа выше. Бросаем там свечку. Затем на первый этаж. Там где-то, видимо, мы невнимательно прибежали. Там нужно еще одну свечку найти. А затем забрать нож. Она уже бежит обратно. Да вы че? Ты че, охренела, что ли, мама? Имей там твою совесть. Как я теперь отсюда уйду? Мне здесь до посинения сидеть, пока ты не соизволишь уйти на третий этаж? Да? Боже, ну ладно. Сделаем все, что в моих силах. Просто подольше здесь посидеть. Можно поговорить. Можно еще что-нибудь сказать полезного. Кстати, смотрите мое прохождение Человека-паука. Это прикольно на канале. А еще обязательно посмотрите видео по Грэнни, где я разбиваю мифы и легенды. 9 мифов. Окей? Твою мать, я ж испугался. Вот вбейте в Google, или, например, на YouTube, ну, в поиск, да? Вбейте. Разрушаю мифы в Грэнни. Разрушаю мифы в Грэнни. Вводите эту движуху, и там будет мое видео. Классное, кстати, видео. По Грэнни. Просто эпичное. Чик, все, последняя свечка нужна и нож. Это все добро можно найти, видимо, здесь. Ну что, он точно здесь. А вот свеча. О, ванни. Ванной. Это что-то новенькое. Так, все. Все свечи на месте. Записка тоже есть. Нужен только нож. Для моей крови, как она говорит. Тру-лю-лю. Так, нож, 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 нож. Да. Видите, еще все осложнено тем, что... Что мы не можем брать по много предметов. То есть предметы мы можем брать только по одному, как и в Грэнни. Так. Хрен тебе. Все, я посижу здесь. С ножом. Боже. Все, уползай давай. Твоя смерть близка. Твоя кончина уже совсем рядом. Мне стоит всего лишь произнести заклинание.
И ты можешь сказать себе «проси, прощай». Окей, брау? Зарежу нахер. Не подходите. И что? Это был... Я надеюсь, это был крик Момо? Типа я совершил ритуал и прогнал ее из моего дома. Она завизжала и пропала. Навсегда. Да? Ну, будем считать, что именно так и кончилась игра. То есть мы победили Момо. Ну, спасибо, друзья, за внимание. Надеюсь, вам понравилось. Вот такой вот проект. Местами жуткий и в такой выполненный в стиле Грейни, что ли. То есть поиск предметов и спасение. Вот в стилистике Момо таких игр не было, поэтому это вдвойне приятно. Спасибо за внимание, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Это был Нептун и прохождение Момо, новой игрушки на Android. Всем пока-пока.